очередную встречу с болельщиками, которые я видел в глазах радость, и то, что они рады меня видеть, это самое приятное. И в то же время для них, я тоже думаю, своеобразный урок, который сегодня мы провели. Может быть, он поможет каким-то, кому-то из этих игроков в будущем стать олимпийскими чемпионами. Наша задача – помогать молодежи расти, чтобы они не шли на улицу, а шли в спортивный зал. И я думаю, что это очень важная встреча, которую нужно проводить как можно чаще, потому что есть очень много достойных игроков, с которыми можно не только в городе Твери, а также еще миллион других городов, в которые можно приехать и порадовать и болельщиков, и в то же время и себя, потому что заряд эмоций я получил очень положительный. Алексей, легко определить уровень мастерства, да, игроков, юных этих сразу же? Ну, если честно, это очень много народу. Конечно, сколько сегодня, 8 команд было, это 100 человек, это нереально. Я вот какие-то моменты увидел, но просто даже не было возможности. Нужно было как-то уделить внимание всем. Не было даже возможности сконцентрироваться там, посмотреть на какие-то талантливых тех же ребят. И для этого нужно все-таки отдельно, да, приезжать там с командой, например, там потренироваться, посмотреть. Тогда можно сказать. А так, конечно, очень сложно, потому что очень много народу. Вас пригласили в Тверь. Это удивило вас, что именно в Тверь вас позвала на мастер-класс? Ну, насколько я знаю, что Тверь сотрудничает с моим клубом «Искра» Одинцова, поэтому это меня не удивило. И, в общем-то, добраться сюда не так сложно. Сейчас новые поезда ходят, которые идут в течение часа, поэтому никакой сложности также у меня это не вызвало. Так что все хорошо. Очень рад, что приехал. Вы раньше участвовали в мастер-классах в других городах, наверное, да? А в Твери как-то вас что-то удивило? Сам проведение мастер-класса, ребята, организация? Ну, в общем-то, организация была на высоком уровне, мне понравилось, как все было проведено. И также я участвовал один раз в Одинцово мастер-классе, приезжали также дети из разных городов, или областей, точнее, да, то есть, ну, опять же, городов в Московской области. Вот, и, в общем-то, там тоже была хорошая организация. Единственное, то, что не нравится, что, конечно, хотелось бы почаще, наверное, потому что, насколько я помню, когда я был маленьким, таким же начинающим спортсменом, я был просто на седьмом небе отчасти, когда приходили какие-то известные спортсмены, в том числе Дима Фомин, я помню, просто с тряской в руках я на него смотрел, поэтому я думаю, что сейчас также детям это важно и нужно помогать